В начале выпуска срочное сообщение. Роман Абрамович задержан на территории США сотрудниками ФБР. Об этом сообщает РБК ТВ. Подробности пока неизвестны. Не ясно, связано ли это с бизнесом Романа Абрамовича или с расследованием обстоятельств смерти Бориса Березовского. В любом случае задержание получит международный резонанс. Мы будем следить за развитием событий.